Привіт, мої любі! З вами програма «Рюкзачок» на телеканалі ОТБ. Та я, її ведуча, Наталі. Поїхали! Друзі, а ви любите кататися на роликових ковзанах? А основні правила катання знаєте? Якщо ні, швидше дивіться рубрику «Школа гарних манер». Роликові ковзани повинні бути зручними, гарно підібраними по розміру твоєї ноги. Також слід купити спеціальний захист для убезпечення травмувань, підлокітники, наколінники, а в деяких випадках навіть і шолом. Не виїжджай на роликах на проїзну частину дороги, це небезпечно і заборонено. Тримай рівновагу і не бійся впасти. Більшість падінь при катанні на роликах трапляються саме внаслідок страху, як би не впасти. При катанні завжди тримай уклін тіла трошки вперед. Одна нога повинна бути на пів ролика вперед. Ноги повинні бути напівзігнуті. Цим ти забезпечиш собі амортизацію при їзді. Друзі, зовсім не вмію кататися на ковзанах, але я знаю, хто вміє. Дивіться наступний сюжет про дуже талановитого хокеїста. Звініть в ушах, лякає музика атаки. Точней, отдай на клюшку, пас сильней удар. І все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Хоккей. Хіба є на світі більш азартна гра? Больших успехов попасть в НХЛ или в НХЛ. В хоккее занимаюсь 6 лет. Мне нравится этот вид спорта. Для меня это спорт, и каждый день я себя улучшаю. И чем дальше я иду, тем интереснее. Для меня это работа и жизнь. Хоккей для меня это любимая игра. Знайомтеся, Ваня. Хоккей для меня это не только спорт, но это еще и вся моя жизнь. Я решил заниматься именно хоккеем, потому что один раз я просто увидел фотографии хоккеистов, и мне почему-то понравилось все это обмундирование и так далее. Я сказал, вот хочу и хочу, и мама сказала, ну хорошо. Только представьте, ребенку, выходя на лед, нужно выполнять тяжелые координационные движения. Бегать, прыгать, уклоняться от ударов соперника. И все это нужно делать на коньках. Поэтому я считаю, что хоккей – это тот вид спорта, в котором ребенок вырастает и атлетом, и акробатом, еще и конькобежцем. И на данный момент с легкостью могу утверждать, что, смотря на своего ребенка, как он просыпается утром легко на тренировке, намного легче, чем в школу, что с температурой, с высокой температурой он выходит на лед, можно утверждать, что и мы сделали правильный шаг, мы выбрали именно тот вид спорта, который ему очень нравится. Thank you.
книга про самых легендарных хоккеистов мира. И в этой книге есть мой любимый игрок Бобби Орр. Он мне нравится, потому что он играл под 4-м номером и был защитником, таким же правым, как и я. Еще он первым открыл в канадской игре, он открыл такой вид защитников, как атакующие. И он доказал, что защитники должны не только быть защитниками, они могут еще и атаковать. Я выбрал тот же номер, как у Бобби Орра, но когда мне первый раз сказали, что как, под каким-то номером будешь играть, я сказала, я на следующий день приду и вам все скажу. И вот когда на следующий день я пришел, заранее поискал в интернете всякие номера, то нашел 4-й номер, потому что мне понравился этот номер. И вообще я люблю цифру 4. У него есть очень хорошее качество, он умеет слышать и слушать. Он очень ответственно относится к тренировкам. И он дисциплинирован по жизни. Это очень важно в хоккее. Поэтому, как говорится, дисциплина бьет класс. Самое сложное для меня в хоккее – это не потеряться в трудных ситуациях. Когда я забегал в чужую зону, было такое, за мной бежал очень приличный мальчик. И если бы он меня попал, я думала, я просто бы осталась рекламой на Салтовском льду. Он так еще бежал, как бы, немедленно. И вот, если бы я уже полностью, то тогда все. А так, как-то собрался, и не знаю, повезло. Наверное, самым главным переживанием является то, что хоккей – это травмоопасный вид спорта. Наверное, на этом зацикливаются самые большие переживания, особенно когда происходят столкновения на льду. 3 года тому назад еще никто из нас, из нашей семьи, не смотрел с таким азартом хоккей. Сейчас для нас хоккей – это смысл жизни. У нас начинаются семейные просмотры каких-либо чемпионатов, турниров. Все вместе это обсуждаем. Перед каждыми играми, наверное, все вместе корректируем его работу. Благодаря хоккею я стал более уверенным, самостоятельным и рациональным. Все зависит от него, как он будет работать, как он будет тренироваться. Только это будет давать результат. Хоккей дає чудовий загальний розвиток. Це мультифункціональний спорт. І тут працюють усі групи м'язів. Більше того, гарно розвиваються м'язи, які не функціонують при звичайній ходьбі чи бігу. А ще хоккей покращує дыхальную и сердечно-судинную системы. Когда Ваня начал заниматься хоккеем, он стал более самоорганизованным, самодостаточным. И по отношению, когда я смотрю на других детей, у многих детей сейчас заинтересованность в каких-то играх, айпадах, то наш ребенок выходит на улицу, берет клюшку и забивает шайбы. Наверное, в день, ну, каждые 2-2.5 часа. Наша команда довольно дружная, и, к примеру, когда кто-то что-то забыл, мы готовы дать что-то или помочь это найти. Или, к примеру, даже мальчик не обмотал клюшку перед игрой, мы можем меняться через смену клюшками. Он был на летних сборах, и мы решили поехать его навестить. Набрали фрукты и дождали его. Он выходит, смотрим, Ванечка, это же яблоки, давай же быстренько все это. Бабушка, нельзя, команда! Меня это так поразило настолько, что вот именно ребенок понимает, что такое команда. Надо дождаться всех и всех угостить. Ваня очень хороший товарищ, и если
если у вас чего-то не будет, он, допустим, поможет и... Он хорошо очень играет. Ну, Ваня хороший друг, и иногда может помочь, когда это уйдет. Как пишу, хороший, пас дает, забивает голы, пробует там что-то делать. Он всегда подключается в атаку и помогает товарищам по команде. Но он ездит с нами на сборы, он забивает тоже много голов, но его сложно вести. Ну, он тоже хороший хоккеист. Я очень переживаю за игры своего ребенка, за результаты этих игр. Но основную массу в этих переживаниях принимают у нас папа и дедушка. Этот удар они берут на себя. Для того, чтобы стать хоккеистом, в первую очередь нужна дисциплина и старание, и желание. В будущем я хочу стать хоккеистом, потому что мне нравится эта профессия. Я горжусь своим сыном. Смотря на его рвение к победе, его желание играть в хоккей, что это стало для него не только видом спорта, но действительно смыслом его жизни. Моя мечта как мамы, чтобы мой ребенок достиг высот и стал легендой в хоккее. Я очень горжусь, что мой внук Ваня занимается хоккеем. Я, допустим, практически присутствую на всех его матчах, которые они проходят на территории города Харькова. Иногда выезжаем вместе с ним в другие регионы. Вот. Приятно, конечно, всегда это воодушевление. Поэтому для меня это жизнь. Вторая жизнь открылась, вторая молодость. Несмотря на то, что я бабушка, да. Я тоже люблю очень этот вид спорта и стараемся по возможности всегда присутствовать на матчі. Хокей – це вид спорту, який не може залишити байдужими тих, хто йому довірився. У першу чергу він створює умови для самоорганізації, самодисципліни, дає необхідні знання про правильне харчування, загартовування, фізичні навантаження. Це командний вид спорту, де кожен відчуває свою відповідальність за результат, де формується взаємна підтримка. Хокей – це характер, де треба шайбу забити і честь команди гідно відстояти. Ось і підійшов до кінця наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей! Побачимось!